Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великий музей мира» Пьер Агюст Ренуар «Любовники». Около 1890 года, холст масла 176/130. На полотне Агюста Ренуара «Любовники» изображена трогательная камерная сцена встречи влюбленных молодых людей на лоне природы, которые, удалившись от шумного общества, укрылись от нескромных взглядов и летнего зноя в тени деревьев на высоком берегу реки. Это свидание – мимолетный счастливый миг, как бы случайно выхваченный из потока жизни. Мерцающие светоносные краски и свободный прозрачный мазок усиливают впечатление трепетности и изменчивости изображенного. Художник представляет взору зрителя юную, рыжеволосую даму в нарядном платье, которая удобно расположилась на мягкой траве, благосклонно внимает признанием плюнувшего к ней кавалера. Улыбчивая девушка миловидна и жизнерадостна, и живописец не скрывает своего восхищения ее красотой, любуясь грацией и прелестной непосредственностью очаровательной женщины. Ренуар пишет ее фигуру нежными, пастельными тонами, окружая ореолом из вибрирующих серебристо-жемчужных рефлексов. Едва уловимые блики света скользят по земле и листве, склоненных над рекой деревьев, веселыми солнечными зайчиками, играет на лицах и одежде молодых людей. Художник смело вводит цветные тени, мастерски передавая легкость и прозрачность световоздушной атмосферы знойного полдня. Залитое солнцем произведение дышит радостью жизни и теплом летнего дня. Ренуар стремится придать естественность природному окружению фигур. Пронизанная светом листва, трава и цветы не просто служат фоном, а создают особую поэтическую среду. Вот такое описание к работе Пьера Агюста Ренуара «Любовники». Написано около 1890 года. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.